Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква С в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Самыми удачными днями недели для этих людей является воскресенье или понедельник, особенно если на один из этих дней приходится магическое число 1. Обладатели этого имени испытывают странное притяжение ко всему, что связано с числом 4. Предупреждение владельцу с буквы L не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Часто у этих людей с числом рождения 1 или датой с числом 4, 13, 22 или 31 связано с новостями о происшествиях, несчастных случаях и болезнях, которым впоследствии предстоит сыграть в их судьбе существенную роль. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Буква L в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука D. Это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.